Субботнее дежурство армавирских автоинспекторов превратилось в погоню за нарушителем правил дорожного движения. Вечером 20 марта водитель «Белой Приоры» привлек внимание сотрудников ГИБДД опасными маневрами на дороге и спровоцировал гонку со стражами порядка. Примерно в 20 часов 20 марта на территории города Армавира инспекторами ДПС при несении службы по надзору за дорожным движением был выявлен автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, управлял транспортным средством достаточно агрессивно, подвергая опасности других участников дорожного движения. Нарушителя преследовали три полицейских экипажа. Он игнорировал требования знаков разметки и сигналов светофора, в результате чего не рассчитал дистанцию и въехал впереди стоящий автомобиль на перекрестке улиц Ефремова и Сочинской, где его заблокировали и задержали стражи порядка. В результате слаженных действий сотрудников ДПС данное транспортное средство было остановлено. За рулем автомобиля оказался 27-летний житель Успенского района. Данный гражданин находился с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, тем самым нарушил часть 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях. В последующем законодательством предусмотрена административная ответственность за данный факт правонарушения в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1,5 до 2 лет с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме лишения водительских прав, за один час приезжий водитель заработал целый букет административных правонарушений, в числе которых арест на 5 суток и несколько штрафов. В отношении этого водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, а именно неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Гражданин при постановлении суда был признан виновным, привлечен к административной ответственности в виде административного ареста сроком на 5 суток. Также данный гражданин привлечен к ответственности за невыполнение требований об остановке транспортного средства и за нарушение правил проезда перекрестков, а именно проезд на красный сигнал светофора. С начала 2021 года в Армавире задержали 59 пьяных водителей, которые могли неверно оценить дорожную обстановку и несли опасность для других участников движения. Употребление алкоголя за рулем приводит не только к проблемам с законом и серьезным штрафам, но и к жертвам среди людей. За год и 2 месяца в состоянии опьянения автомобилисты спровоцировали 2 аварии на дорогах города, в которых погиб 1 и пострадали 3 человека. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.